Вы знаете, где сейчас мы находимся? Сейчас лето и жарко, и душно. А в последнее время вы скучаете о родине? Поэтому сегодня мы стали репортерами и ходили в русское кафе. Пойдемте? Йорубун, аннионсео! Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня день России, день Родины. Сегодня мы приехали в город Инчон, в район Йонсугу, и мы находимся на русской улице ресторанов. Но сегодня, хоть ресторанов очень много, мы пойдем сегодня в гурман и чайхана кушать русскую еду. Давайте сначала мы пойдем в чайхана. Хорошо. Окей. Сначала надо заказа. Чай черный. Чтобы опять появились салат. Кафета. Ой, такие вкусные. Елена сама объясняет. Нет, это борщ. Борщ – это борщ, национальная русская еда. Она очень полезна. Здесь очень много овощей. И салаты, вот морковочку, немного похоже на азиатскую кухню. Вот приготовление. И это у нас получается хе. Здесь она остро приправлена, здесь и перчик, и огурцы, и помидоры тоже очень полезны. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Зухра. Я владелица кафе Чайхана, который находится в городе Инчоне. Район называется Хамбак Маэль. Этот район еще называется Данджи. В нашем районе очень много русскоязычных кафе, парикмахерских, столовых, магазинов, пекарней. Вот. Хотела бы вам представить одно из блюд нашего кафе. Это шашлыки. Шашлыки обычно кушаются всегда. То есть и в праздничные дни, и в будние дни. Ну, это одно из национальных блюд и Узбекистана, и России, и Казахстана. Вот. Сейчас, как вот вы видите, у нас шашлык из баранины, шашлык из курицы. Шашлыки готовятся на углях, аромат углей, вот, вкус, это вкус напоминает о родине, напоминает, что это какая-то часть, частица нашего дома. Так что приезжайте в гости в Инчон, приезжайте к нам в наш район, здесь очень много русскоязычных заведений. Ждем вас в гости, спасибо. Теперь мы посетили кафе «Гурман». Домашняя соседка, которая отец директора сам взяла. Зал большой, аккуратно. Мы заказали лангман, семга картошкой, салат с мясом. Ой, такие вкусные мы заказали. Еще мы заказали сосиски тамашини. Так вкусно было.
Ну как, вам сегодня понравилась наша русская еда? Ага. Good. А что больше всего понравилось? Очень вкусно. И как он был на вкус? 자, 오늘 우리 러시아 음식을 아주 맛있게 먹었는데요. 다음에는 우리가 한국 음식을 소개해 드릴게요. 좋죠? 네, 네. 좋아요. Вам понравилась сегодня наша русская еда? Огромное спасибо директору Чайхана, директору Гурман. Было все очень вкусно. Директор приложил много усилий и вложил много сил в приготовление этих блюд. Было все очень вкусно. В следующий раз мы пойдем еще в другие места и попробуем другую русскую еду. Будет интересно. 안녕.